Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 288. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 25 сентября 16 года. Воскресенье. И далее рассмотри об этом человеке, которого все еще считают некоторые необходимым здесь, братом, другом. Что он натворил? Органы разоблачили, правоохранительные органы. Это ничего не значит. Таким, как Скуратовский, это нет. Это брат родной. Он же из Америки, так же, как ты. Так же разрушает Россию. Враги лютуют. И они радуются и ликуют, что сумели принести непоправимое зло православной церкви здесь. Натравить людей друг на друга. Молитесь о Дворкине, да сгинут навеки плоды его злодейской деятельности. В вопиющих поступках Дворкина. Это серьезно. Работал на ЦРУ. Дворкин — это огромная ошибка для Русской Православной Церкви. Дворкин после себя оставил выжженную землю. Это инфекция и оплот человека ненавистничества. Это не мои определения. Посмотрите, какого звания люди занимаются, исследуют и видят. Дворкин делает из людей баранов. Вот таких вот Скуратовских, Дудиных, Самсоновых, Ударцевых, Манкуртов. Он сам ничего не сделает. Его научили так, толкнули, и вот он делает это. Поймали на дезинформации. Психиатрические диагнозы. О невежестве и безграмотности. Создал пугало для устранения неугодных. Еще не раскрытые преступления. Незаконная деятельность. Кто такой Дворкин? Да посчитайте, посмотрите. Вы ошалели совершенно. Друг и брат ваш. Конечно, он вам друг и брат. Такому, как Скуратовский. Почему? Потому что цель-то одна. Из одного кошеля сатана вывалил вас. Клятвенно связанный с США. Откуда Скуратовский? Наркоман хиппи Дворкин. С медицинским заключением психическое расстройство. С необратимыми последствиями в мозгу после наркомании, токсикомании у власти. Он решает, кто секта, а кто нет. Все заражено, одним словом, секта. Раз ты секта, значит, то он-то патриот. А это враги, он всех врагами сделал. Официально никак нельзя было. Как умно делают эти ЦРУ, хьюстонские, гарвардские проекты. Все выполняют. Вот тот один из них. Как кто запугивает население России? Профессор, в кавычках, Дворкин. Пациент палаты номер 16. От Тихвинском монастыре закрыли. Более не оскверняет богопротивные речи главного сектоведа. Враг, затесавшийся в число граждан России. Выставляющий христианство в дурном свете. Выступая от имени христианской церкви, не продемонстрировал соблюдение и исследование ни одной христианской заповеди. Это обо всех их можно сказать. Создал миссионерские отделы, как будто бы он к ним не причастен. Да как не причастен? Иринея Леонского тут в Новосибирске. Занимается травлей, оскорблением. Деятельность этого профессора не помещается в рамки гражданской порядочности и морали. Что ожидается от представителя религии, коим себя только он и считает. Его истерия препятствует укреплению гражданского единства нашего многоконфессионального страны. Подрывной деятельностью этого типа должны заняться компетентные органы. Вот оно где. Откуда взято. Дворкин — липовый профессор. Шарлатан. Ну посчитайте маленько, посмотрите, какие доводы. Какие аргументы, какие документы, показано все, нет? Это друг и брат наш, конечно, друг и брат. Он вас выпалил в змеином гнезде. Разрушить Россию.
разрушить православие. И так ни на чем стоящее. Это уже и не народ, вот эти собрались, которые понимают, что сделали с людьми. Гниющий труп, который гниение свое принимает за жизнь. А живут на нем, в нем лишь кроты, черви и поганые насекомые, радующиеся тому, что тело умерло и гниет. Ибо в живом теле не было бы удовлетворения их жадности, не было бы для них жизни. Вячеслав пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Необычным образом я получил ваше сообщение. Во время работы компьютера вдруг запустился скайп. Сам собой. И я увидел, что вы написали. Конечно, чем смогу, помогу и тоже буду молиться, чтобы Господь расположил сердца людей. Большая работа у Игоря Александровича. Да поможет ему Господь Иисус Христос и да благословит обильно всю вашу общину. Радуюсь о вас и молюсь за вас ежедневно. Москва. У Игоря два комбайна старые, оба полетели. Мотор. Они три дня или четыре в неделю полностью не выходили. Хорошая погода. Лежит гречишное поле в волках. И убрать не может. Но вчера воскресенье хорошая погода. Один комбайн вроде заработал мотор. Но воскресенье, и они не нарушают. Воскресенье это святая суббота в новозаветнем плане. Утром они были на литургии, всей семьей. Днем можно куда-то съездить. Василий Лапкин. Мир вам, дядя Игнатий. Пишу вам сказать, что стал чувствовать себя лучше. Необходимость в экстренном причащении отпала. Теперь молюсь и благодарю Бога. Видимо, там нету. За посланные испытания. Так Бог некоторых людей делает ближе к себе. Ну да. Сходил на исповедь повторную к другому священнику. Он назначил мне епитимию. Незнакомое, видать, ему слово. На один год. На один год. Это удивительно. За что же такая петелья один год? Благодарю вас за молитвы о нас грешных. Храни вас Господь летом, если, ну это имеется в виду уже следующий год, Бог позволит, если Бог позволит, ну то есть допустит, то привезем детей к вам в лагерь. С уважением, ваш племянник Василий. Еще поклон вам от всего моего семейства. Это сын моей сестры. А то никого не будет, люди напуганы. Ничего подобного, пожалуйста. Вот уже еще год не кончился, а уже клиенты. Киргизия. Наши ресурсы показать. Чем мы работаем. Вот так. Это вот он как раз откуда Василий. Вот я ему пишу, согласен принять всегда. Птица тут медведю. Ну-ка, почту запустит или нет, а то не запускает. Мир вам, хорошо, спасибо. Отправлено. Какой-то Алекс пишет тут. Андрей. Так, Крючков. Добрый день, Игнатий Тихонович. Известно ли вам, что все 12 томов Иоанна Златоуста, которые я насчитал, выставлены в Ютубе, которые начитаны вашим голосом? И все раздроблено по беседам. Спасибо, Андрей. Вот из Америки. Вот видите, Америка. Америка разная, это не одни скуратовские. Видно, наследие Скуратова-душителя. Так и это, оно идет по наследству. И они не могут выйти из этого. Это как потомственное племенное проклятие на фамилии на этом. Все они где-то или прокурорами, где-то что-то давят. Алексей, это убрать. Я давно не показывал. Вот, есть такой, просто если увидите, покажу. Наум, это мой крестник.
еврей обратился в моем доме, в православие, священник, еще в 15-м году, пользователь Эдуард, и он пишет, что весь Иерусалим в сотнях фотографий. Ну вот заметьте тут какой в сотнях фотографий. И вот стоит только нажать сотни хороших фотографий. Я вот могу даже снять, чтобы увеличить, показать, как найти. Я не знаю, ну видно, по-моему, вот. Зарядить отсюда, скопировать, и видно будет. Даже еще охота 24. Вот оно как. Вот это если зарядите, то откроется удивительный мир в сотнях фотографий. Вот я покажу сейчас отдельно, нажал на нее, на эту. И вот старый город, церкви, монастыри, центр города. Это только название как бы папок. Вот сколько. Вот все абсолютно. Все. Допустим, День Победы. Даже непонятно, что там в Иерусалиме День Победы. Открывается. Вот, пожалуйста. День Победы. Женщина. Тоже какая-то боевая заслуга у нее есть. Это мужчины. Это все Израиль. Вот они где. Эти какие фотографии, майор. Ну, еврей. Еврей, видимо, уехал в Израиль. И теперь вот они показывают. Ну, видишь, какая форма-то, ясно, что тут полиция. Вот они, евреи, между собой, наверное, говорят по-русски. А то евреи, они только по кабинетам сидели, получали медали. Почитайте Маковейскую, книги Маковейские, и вы увидите. Это воинственный народ. А Моисей шел, Иисус Навин. Всякие люди везде в народе есть. Воинственный народ. Вот полковник. Полковник, видите, форма российская, он туда уехал, увез с собой все, теперь надел на День Победы Советского Союза над фашистской Германией. Видно, что... Так. Ага, маленько не туда нажал. Вот они как. Память своих евреев, сколько погибло этот Холокост. Как они говорят. Про это я ничего не знаю. Вот как отмечают. Видите, страна это не Иерусалим, 9 мая. Это я к примеру только взял. А сколько всего? Здесь конца края, центр города. Вот я нажал только центр города. Заходите, как будто побывал. Незачем туда ехать даже. Вот центр города. Пожалуйста. Я не вижу тут переключать. Каждый раз тушить надо, наверное. Центр города. В то время везде... Угроза им воюет. Ну. Центр города. Видите, как будто там побывал. Никакие фотографии. Я возвращаюсь назад. Вот в сотнях фотографий. И зарядить надо вот такой вот. Иерусалим. Вот оно где. К примеру сказать. Ну вот мы зашли. Теперь показать мой мир. Люблю я мой мир. Очень удобная система. С днем рождения. Вот. Днем рождения. Видите как. Пожалуйста. Его поздравляют. Выходит. И наша первая страница. Как она выглядит. Вот она. Открытки мне не присылайте никто. 2-3 раза я из друзей исключаю. Они массово рассылают, мне зачем они? Не нужны. Вот она как выглядит. Есть еще запасные страницы. Там я то с голубем, то еще как. Это модераторы все ведут. Звонят что-то, где-то уберите там или... Ну какие-то такие вот. Ничего не знаю. Вот наш форум.
православный во свете Библии. Православный форум. И YouTube. YouTube новое будут, отсылаю за неделю. И все здесь богато. 5500 примерно наших видеороликов. И сайт. Сайт во свете Библии. Самое ценное, справа 4124 ответа по темам, 55 тем. Это большая работа. Иларион, наш митрополит, получил, когда это, говорит, это такую работу проделали, удивился, такая огромная работа, это огромная работа. Некоторые ответы десятки страниц, 50 книг аудио. Вот. Это для созидания души, все. Это не дворкинская работа, не Скуратовского, не Дудя. У них ничего нету. Все вместе взятые, они одной строки не могут создать, чтобы она без ненависти была поистине. Вот отдельные книги здесь. 41 книга у меня. И вот воскресный день. А что особенного? Богослужение. Вся деревня на богослужение. Потом на улице собрания, главные вопросы решены были. А потом батюшка назначил деревенское собрание. Оно редко бывает, ну, по нужде. А сохранение устава. Это на следующий, уже через неделю, все записано было и будет показано, как решается, принимается решение, новые люди, собрание. А потом мы с Володей на велосипедах поехали посмотреть, проверить пруды. Делали, да. Встречаем там на пути, уже едет навстречу Барабаш. А потом навстречу на велосипедах едет моя сестра Валентина с мужем Владимиром Устиновым. Это тоже засняли, показать. Как? Вот это один день. Благословенный, дивный, воскресный день. События дня. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.